второй разминки. Екатерина Соколова и Федор Соколов, выступающие за Израиль. Но они стали мужем и женой год назад, в марте 2008 года. Хотя катаются вместе уже достаточно давно. Ну, какие аплодисменты им за эту подкрутку. Тройной лут, подкрутка была. Справились они с выбросом тройной сальков. Не безупречный он, конечно, был, но тем не менее. Ну, уже вторая подряд пара выступает под музыку Чайковского. Ну, на чемпионате Европы они не смогли выступить в произвольной программе. В программе партнерши получили травму. Но вот хочется верить, что на чемпионате мира их выступление будет полноценным. То есть они будут и в короткой программе, и в произвольной выступать. Но вот были у них и достижения в этом катании. Были ошибки, но их личный результат, лучший результат, как раз на чемпионате Европы они его и показали. 38,06 балла. Ну вот эта подкрутка была очень хороша. Ну вот тройной сальхов. Тут был сбой. У партнерши.
Ну что, могут свой результат улучшить. Такое ощущение. Довольны фигуристы. Ну что, где-то в районе 40 баллов можно ожидать оценку. Это была последняя пара в этой второй разминке. Впереди у нас заливка льда. Мы сейчас, естественно, дождемся не только оценок, но и таблицы результатов после выступления двух групп участников, двух разминок. Долго не выставляют им оценку. Какое-то разночтение, очевидно, у арбитров. Но это такое бывает, потому что мы знаем, что особенно в соревнованиях пар часто прыжок тройной может быть засчитан как двойной из-за того, что он не докручен. Ну да, вот почти 40 баллов они получают. 23 за технику, 16,56 за компоненты, 39,62 балла. Это их личный рекорд. И пятое место они занимают после выступления.